Всем привет! Сегодня мы представляем вам обзор прицепа, который сочетает в себе оптимальные габариты, прочность и удобство использования для мини-тракторов. Прицеп «Флагман» SPTT-2.0 подходит для различных задач. При грузоподъемности в 1100 кг его собственный вес составляет 400 кг. Конструкция и развесовка прицепа обеспечивают оптимальную нагрузку на трактор. Кузов здесь размером 2 метра на 1,4 с высотой борта 55 см и погрузочной высотой 80. Самосвальный механизм с выгрузкой назад значительно упрощает процесс разгрузки, экономя ваше время и силы. Гидроцилиндр двухстороннего действия разборный и ремонтопригодный. Для удобного подключения гидравлики прицеп комплектуется двумя разрывными муфтами. Пол толщиной 2 мм, устойчив к ударам и деформациям. Борта прицепа изготовлены из цельного стального листа толщиной 1,5 мм. Они усилены ребрами жесткости и профилем по периметру. Это придает конструкции дополнительную прочность. Горячая оцинковка всех элементов прицепа защищает от коррозии и мелких царапин, сохраняя привлекательный внешний вид на долгие годы. Рама и дышло прицепа из прямоугольного 4-миллиметрового профиля. Ровные сварные швы подтверждают высокую прочность и надежность конструкции, а нагруженные места дополнительно усилены. Прицепное устройство выполнено под палец диаметром 40 мм. Все борта прицепа раскладные, он преобразуется в ровную платформу для перевозки крупногабаритных грузов. Система крепления при помощи замков с фиксацией позволяет быстро открывать и закрывать любой борт. Прицеп поставляется с ПСМ, предоставляя возможность эксплуатации по дорогам общего пользования. Он укомплектован необходимой светотехникой, включая задние многофункциональные фонари и штекер под стандартную 7-пиновую розетку. Колеса прицепа 185-75 на R16. Ступицы от легкового автомобиля надежны и проверены временем, а необходимые подшипники доступны в любом магазине запчастей. Прицеп «Флагман 2.0» сочетает в себе прочность, надежность и удобство. Он подойдет для перевозки самых различных грузов в вашем хозяйстве. Купить его вы можете, позвонив нашим менеджерам по телефону, который видите сейчас на экране, или перейдя по ссылке под видео. Спасибо вам большое за внимание, за подписку, за лайк. До новых встреч. Пока-пока.